Здравствуйте, дорогие абитуриенты! Позвольте представиться. Демкина Надежда Ибрагимовна, директор колледжа информатики и программирования Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Колледж информатики и программирования является структурным подразделением Финансового университета при правительстве Российской Федерации. В этом году прием колледж будет осуществляться на две специальности – 9.02.07 информационные системы и программирование и 10.02.05 обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. По итогу обучения на специальности ИСИП информационные системы и программирование студенты смогут получить квалификацию программист, разработчик веб-мультимедийных приложений и администратор баз данных. Вторая специальность, по которому колледж готовит специалистов, это обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. На данной специальности студенты смогут получить квалификацию техник по защите информации. В этом году прием будет осуществляться как на бюджетной, так и на коммерческой основе обучения. Всего планируется 360 студентов к приему. 220 – это бюджетные места. 140 – планируем прием на платной основе. Стоит отметить, что при поступлении на бюджетную основу обучения сдача вступительных экзаменов или испытаний не требуется. Будет учитываться только ваш средний балл аттестата. Срок обучения в КИФФИН составляет 3 года 10 месяцев. После окончания колледжа студенты получают диплом о среднем профессиональном образовании, на основании которого могут продолжить обучение в финансовом университете или в любом другом вузе Москвы. Дорогие абитуриенты, в нашем колледже вас ждет дружный коллектив и отзывчивые преподаватели, обладающие высоким потенциалом и полностью соответствующие квалификационным требований, необходимым для решения современных задач по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ГосСПО. Колледж информатики и программирования является организатором участников с многих олимпиад. Так, например, колледжем был организован и проведен первый чемпионат киберпроблем «Цифровая олимпиада», который был включен в перечень олимпиад интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации. Ежегодно проводится олимпиада по информационной безопасности «Цифра плюс». Участники и призеры, которые имеют льготы при поступлении в финансовый университет. Наши студенты являются участниками региональных, международных, всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно студенты участвуют в чемпионатах движения по стандартам WorldSkills Russia и в чемпионате для лиц ОВЗ Обилимпикс. Призываем всех абитуриентов принимать участие в мероприятиях, проводимых КИФФИН и финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Информацию о мероприятиях мы регулярно выкладываем на нашем сайте, на наших страницах в социальных сетях. Наши страницы представлены ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и даже в ТикТок. Подписывайтесь, и вы всегда будете в курсе самых актуальных новостей. Хочешь поступить в КИФФИН, но не можешь определиться со специальностью? Наши студенты помогут сегодня тебе определиться, выбрать то, что тебе действительно подходит. Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, то значит у вас остались какие-то вопросы по нашему колледжу. Меня зовут Газизов Иван. Я расскажу вам об одной специальности, реализуемых в нашем колледже. Это специальность 10.02.05 – обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Одна из востребованных и актуальных специальностей на рынке труда, дающая навыки защиты объектов информационной структуры, защиты информации в сетях и веб-приложений, автоматизированных систем с применением самых современных программно-аппаратных и технических средств. Это лишь часть того, что мы изучаем на данной специальности. На этой специальности вы сможете научиться производить установку и настройку компонентов автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении, администрировать программные и программно-аппаратные компоненты системы в защищенном исполнении, обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными программными, программно-аппаратными
и техническими средствами, осуществлять тестирование функций отдельных программных, программно-аппаратных средств защиты информации. Специалисты, окончившие колледж по специальности обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем, могут работать в отделе безопасности банка или предприятия, специалистами по защите информации в крупных и малых компаниях, системными администраторами, а также разработчиками систем безопасности. И это еще не все. О следующей специальности расскажет моя однокурсница. Всем привет! Меня зовут Сафина Наиля. Сегодня я познакомлю вас со специальностью «Информационные системы и программирование». Данная специальность входит в топ-50 наиболее востребованных специальностей среднего профессионального образования. На квалификации программист студенты будут изучать следующие языки программирования: C, C++, Python, C#, а также заниматься разработкой администрирования серверных баз данных. На квалификации разработчик веб- и мультимедийных приложений студенты будут обучаться основам разработки веб-сайтов, дизайну веб-сайтов, основам разработки веб-приложений на таких языках программирования, как JavaScript, язык разметки HTML, язык PHP и другие. Специалист, окончивший колледж по специальности информационные системы и программирование, сможет работать на таких профессиях, как разработчик контент, разработчик бэкэнд, разработчик веб- и мультимедийных приложений, веб-программист, разработчик 1С-приложений, администратор баз данных, администратор сетей и телекоммуникационных связей, а также на других профессиях. Профессия программист является на сегодняшний день одной из наиболее востребованных на рынке труда. Она очень актуальна, высокооплачиваемая и также имеется возможность удаленной работы, что наиболее актуально в настоящее время. У нас очень интересная и насыщенная как учебная, так и внеучебная жизнь. В колледже информатики и программирования в полном объеме реализуются мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому, культурно-просветительному, экологическому, научно-образовательному и физическому воспитанию. Студенты регулярно принимают участие в фестивалях, благотворительных акциях, спортивных соревнованиях, квестах и концертах. Жизнь студента КИМФИН всегда полна ярких событий. Присоединяйтесь к нам. До встречи в колледже информатики и программирования Финансового университета при правительстве Российской Федерации.